У Джи были, это вообще 100% разор керри. Ой, тройка был бы. По идее. Ну и... А, они мы спили забирают себе. Хоть на 15-й минуте, да? Если вся команда хочет, знаешь, ну бывает такое, что ну проебали в игру, ну бывает такое. На старте. Команда противников лучше вас, эти ФБ будет, друзья. Минус один. Здесь мипошка у нас. На Ямича. Плазма достает, замедляет, друзья. Блаз достает, тоже замедляет. Нажимается статик. Тут есть тапочек, там тапочек есть, но в итоге Ямич будет умирать. Это второе убийство в копилочку. Тим Спирит падает. Тут что? Начинается у нас драка. Забирает Рамзеса минус Рамзес. Это третье уже убийство. Безответное. Мирослава хотя бы попытаться можно разменять. Феррик нажимается разменивать Мирослава. Куда сдынается обкрепающий. Там тем временем умирает мипошка в миду. О как. Топ-5 хороший результат будет. Хотя, конечно, в этом году наши ожидания будут намного выше. Зевс ультует минус ДМ. Тут ДМ не рассчитал. Ну, слушай, мне не разделилось, кстати, Блухова, Рамзеса опять. Минус Рамзеса четвертый раз. Четвертая смерть для Романа Рамзеса Кушнарева. Как же они его душат. Если попрет, то хана вертит, возможно. Но это чтобы нужно, чтобы поперело. О! Ой, хорошо! ГПК врывается, сбивает здесь Блухова, но забирает все равно. Рамзеса, это ему не помогло, ему нужен БКБ очень сильно. БКБ все еще нету. Хакода, 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 Хакода. Ну там ВСУ, плазма, да, он догорит, конечно. А, присоска, ну да, кстати, да. Статик контрит, да, все верно. Так, Ятора, Тоси получается, он подорченным лопнет, минус Ятора, получается убить. Слушай, вообще-то в Virtus.pro пока дерутся неплохо, в общем, даже без Рамзеса. Могут вполне драться, особенно если БХ не будет. Да, Мариф, Маир, все правильно, все правильно. Так, здесь что, Торонто, сейчас спанули, слушай, Орчи, да, хорошо работает ГПК на этой карте. Очень, очень нужный артефакт, а он с дабл дэмэджем еще. Еще и коллапс у нас цепанули, Ямич за ним, бежать, гречка не достает. В итоге ДМ здесь, блин, нажимает коллапс, упрыгивает, Торонто за собой не нашел, прикинь, коллапс просто улепетывает отсюда. Здесь нашли мипошка, ГПК просто разваливает спиритов, минус мипошка, до свидания, сэр. И на Рошана Virtus.pro. Сейчас увидит Мирослава. Варвутся в него. Там, конечно, Виверна близко, но, слушай, пока не убили. ВП осторожно, ну, догорает, лопается, торчит, да, он от кинжала. Хватает урона все-таки в итоге. Так, ну вы понимаете, где находятся их противники. Побежал Ямич сюда. Прыгает ГПК. Коллапс БКБ. Блэкхоу не нажимает. Соник Вейв, ну, в одного героя. Его просто убивает. Рамзес, Рамзес, что за блин гениальный? Прям вот, он прям на краешек прыгнул, ты видел? Прям на самый краешек, чтобы БХ его не зацепил, он убил просто коллапса. Минус 4 делается, и Рошан готов второй. Хакоде можно отдать, Квапе можно отдать тоже, ГПК можно взять. Ямичу не надо, кто возьмет шарт? Virtus.pro. Итак, нападает на ГПК, нажимается Black Hole. И... ну и Рамзес сюда еще залетел. Смотри, хотя коллапс, что он быстренько разорвал здесь на части. Статик КД, Рамзес урон пока не качали у нас. Рамзес, ну все равно всосался. Почему не бьет? Рамзес, бей, ты что ты уходишь-то? Вот, все по лицу бей, и он рассыпется. Там убивает Ямича. Алибар докончается, минус Ятор. Вообще на изи, Рамзес разбирается с ним. Ой, как вот так вот. Это Мирослав сам себя сдохнул сюда. Телепорт сбить ему нечем, Мирослав улетает. Ямич выкупился, но бежит только с аванпоста у нас. Холодильники перегорели. А у меня, из-за того, что только интернет был включен, но от интернета у меня перегорел вот этот блок. Ладно, потом сетевой этот блок. Тут полетел Sonic Wave, коллапс, коллапс, коллапс. Black Hole еще нет даун, но здесь минус Виверна. Возьмем пока что на Ямича, который всасывается в Рамзес, но там был лут использован, так что нормально. Получается, равноценно по центру другу отсосали по урону здесь. Ну и Торонто нашли, друзья, Торонто нашли. Торонто пытается уйти, вот прыгивает он отсюда. Сейчас будет за ним продолжение погони. ГПК до конца, кстати, вот. Реально Квапа логично, вот сейчас я вижу, почему именно Квапа был взят в мид. Логично против Зисайта, который скачет. Рамзес продолжает, продолжает лупить Рошанчика. И тут ГПК, нападение пошло на Мирослава. Мирослав горит, но жить будет. Там Тоски полетели. Ятора хороший, то ставит с куса. Но Алибарда вешивается на Рамзеса. В итоге ГПК получил только одну тычку всего лишь. Минус мипошка. Управляется он в таверну, ломает ретривышку здесь Virtus.pro. Падает рейндж барак. Минус вторая сторона, конечно же, будет коллапс. БКБ есть, Black Hole есть у него. Не в России, потому что когда вся движуха началась, вот это вот, с запретами, был такой шанс, велик был очень шанс, что они не смогут поехать на мажор и так далее. Вот гречка полетела, ТОС, есть контакт.
Рамзес, коллапс, Соник Вейв, минус коллапс есть. И тут Ямич. Ямич захиливает его и не убирает даже Ямич, обалдеть, Зевс ультует, ну хотя бы Ямича убили, ладно. Что у нас с Романом Рамзесом Кушнаревым здесь? Сражается там под базой. Друзья, посмотрите, 40 тысяч преимущества. Так. Здесь ДМ, нажимается на него Лотус. Там Хексулька был, да? Или что, как это? Хекс, короче, дали по Етора. Етора БКБ статик Рамзеса. Он форстаф, это разрывается. Все, статик разорвался просто, все. И все. А где коллапс стоит? А коллапс... Да ты, блядь, не все, это не его герой. Сдавай спириты. Дайте нормального героя коллапс, тогда будет нормально все. Не, ВП остались. Так, тут что у нас? Врыв Торонто. Торонто отпрыгивает пока что. Есть Хексулька на Етора. ДМ. Соник Вейв кастуется куда-то в крипов вообще, так понял. Или что это было? Етора. Все, без БКБ. И он должен оставаться здесь. ДМ куда-то тимберчейнулся. Видимо, он боялся, что будет Блухол использован. Етора умирает. Етора без байбека, друзья. Если что, падает Р4 вышка. Так, а там Блухол дали. Но вы понимаете, что за Блухол убивают только Ямича одного. GG! И сенсационно, спириты проигрывают первую карту Virtus.pro, потому что по раскладам казалось, что будет 2-0 вообще за спиритами. Много вопросов, но пики мне нравятся. И там плотные герои. Есть, да, тут ДБ, хотя, конечно, будет саппортом, но все равно она добавляет плотности в любом случае. И хила много будет, плюс Джиггернаут же еще с Фордом. Немного там Дарксир, во-первых, у нас рассыпается, сейчас можно Дарксир умереть. Коллапс сдувает, и плазма будет ФБ. Рамзес делает у нас первый кью. Ну, ты знаешь, мне кажется, у Рамзеса, наверное, было не так много вариантов. Умирает, конечно, Ямич здесь, там еще иншо горел, батарейки. Но это пока вот было. Может быть, в этом году будет по-другому. Нажимает стримком, там подходит саппорт, пара саппорта близко. Итак, надо инвиз забрать, чтобы его не поднял никто здесь. В итоге занимает его Хакода, ГПК выживает, подтягивается коллапс. ГПК должен будет умирать, хотя бы на Мирослава постараться разменяться. Красный и Торонто, и Мирослав, но есть вакуум. Подтягивается Рамзес, умирает Хакода, разменчик на Мирослава пошел. Коллапса, если убит, у него суршка Д 6 секунд. Кентавр не клэпнул, который выходил, клэпает Кентавр. Как же он играет за Virtus.pro, как же он играет за ВП, плазма, но коллапс туда-сюда. В итоге у Рамзеса уже доминейтинг, у него уже четвертое убийство. Если посмотреть на нетворчество коллапса, да, у него вот вроде бы 1-3-3, да, но при всем при этом у них нетворчество с ДМом равны. Но вот сейчас коллапс умрет еще раз, и возможно именно ДМ его сейчас и заберет. Хотя крипасика остановили, там крипа ничего интересного не было, ДМ до конца, гейминг. Криты не вылетают, Зевс ультует, даже вот так вот ГПК подкрепил, и там убили Мирослава, друзья, 8-4 становится у Торонто уже. И есть вещь-буэт, начинается трака, снова сбегает спирит, у нас подтягивает Торонто, нажимает дринку на Ятором, получает хукшот, ставится даже стеночка сюда, но Солар Гвардиан не спасает его, недостаточно, не спасает, говорю, что я сказал за глупость, и коллапс убьет, ладно, хотя убили же еще и Торонто, смотри. Получается 2 в 1, да, то, что Рамзес умер, это крайне неприятно, но это еще не вечер, еще и Мипошку останавливают. Что происходит? Обалдеть. Походите-ка, врыв опять, но дринку его нету. И вакуума нету со стенкой, да, там вакуум, напомню, на первом уровне прокачки, просто вдумайтесь, 60 секунд КД. Вакуум, стяжечка Дарсира. Это люто. Торонто залетает, но хотят убить они ДМ, а ДМ, наверное, заберут здесь. Да, забирают. Здесь вакуум появляется, но должен, по идее, коллапс будет умирать, но он не умирает. Умирает Ямич, и в итоге минус 2 от спиритов. ГПК телепорт сбить просто нечем. КД, КД, все. Гусь, секунду. Что это такое? Врыв на коллапса. Коллапс полетел Игнайт. Коллапс кастует Солар Гвардиан сюда. Подзахиливает его. Но Зевс ультует. Умирает коллапс. Размен пока что на Ямич всего лишь. Пошка тоже, конечно, должен будет отъезжать. Ну, хотя бы улетел отсюда Мирослав. Ну, 2-1. То есть International у нас будет утренний. Вообще, по графику, для тех, кто живет там по московскому, по киевскому времени и так далее. Или приближенно к этому. Сейчас, секундочку, ДМ здесь должны забирать, конечно. ДМ должны будут убить, еще и Хакоду можно пробовать. Хотя прилетает сюда Рамзес. Здравствуй, Роман. Ну, Мипошку разменяли, а дальше что? Вот не хватает как раз контроля здесь. Так, ГПК. Увидели, нажимается Дримкоил. В итоге прыгает, хукшот мимо. Хукшотик мимо, прогоня за Зевсом. ГПК Зевс верхнюю дал, пока что Мипошка пытается улететь. Верхняя 2 секунды КД, не сможет ему телепортом сбить. Здесь вакуум, стеночка имеется, но он ее пока не ставит. Зевс ультует, дает информацию, кто где находится. Там что происходит, там пытается Мирослава убить телепорт, опять же сбить, видимо, нечем. Хотя его, видимо, убили. Нашли, догнали Торонто, минус 2 от Virtus.pro. И ВП сразу заходит на Рошика.
Но ВПС смотрится лучше, в принципе, поувереннее. Будто бы они фавориты, и остается, и Ятора просто без урона, все. Он мне слэш сюда не дашь, Ятора горит, он умрет здесь, минус Ятора. Вот он пришел, Ятора ничего сделать не смог, ушел. И в итоге Рошан сейчас будет за командой Virtus.pro. Все. Первый Аегис в копилочке Virtus.pro падает. И тут что? Нашли ГПК, ГПК сейчас пушку просто, кстати, убьет. И Рамзес приходит на травулах. А Рамзес у нас, да, любит трава покупать на Разора. Это есть. Дальше они пошли, и дальше идут. Смотри, на коллапса нападает. Коллапс, тоже минус. Сыпаться начинают спириты. Слышу, врыв, нападает. На Торонто полетели, Торонто, Солар Гвардиан кастуется. Летит сюда, у нас ими пошка отправляется. Таверну, минус Торонто. Рамзес, побежал, побежал Рамзес. Еще у нас плазма нажимается, залетает Рамзес в гущу событий, прожимает БКБ. Работает по Ятору, Ятора отступает. Ятора пока что отступает. Рамзес зажимает рефреш. Есть БКБ. Будет еще один файт. В итоге Торонто. Торонто отбегает. Ладно, хрен с ним. На коллапса можно бежать. Да, коллапс на фрицель. Забирают его. Ятора бегает. Омнислэш все еще никого не засунул. Минус 2 пока сделали. Ятора просто не понимает, что делать. Они все бегают, бегают, бегают. Он не знает, на кого нападает. Там кого ловит. Там и пошку пытается поймать. Где Ятор этот могучий? Они около стенки играют. Ладно. Буфери нажимается. Выкупается. Три бэбэка полетело. Три бэбэка было, да, у нас получается. Три бая. Да, Мипошка тоже выкупался. У нас убили. Пока Хакода убирает. Торонто, минус Торонто. Ятора последний. Здесь самурай остается. Хотя не последний. Вот она под криво подтягивается. Но ВП отказывается, да, дальше драться. Да, отказываются. И правильно делают, потому что драться сейчас смысла нету. Дота плюс, как мы видим, начинает склоняться больше к победе спирита. Хукшот полетел, нападает. На кого? На ГПК. Мирослав почему-то когда-то не успел, да и правильно, чтобы как бы это его спасло. Тут Мирослав Таверн направляется к ГПК. Очень крепкий. Торонто умирает в этой гуще события. А Торонто ж... А Торонто с бэбэком, да? Он с баем. У него есть бэбэк. Ладно. Тогда окей. Но в любом случае, коллапс улетает до базы. Ятора здесь. Охренеть. Ятора отбивается линка. Пытает... Ятора, телепорт нажми, что чё? Обалдеть. Ух, опасно Ятора играет, а. Итак, поднимается Рамзес у нас на хэграунд. Не сильно он боится никого здесь. В итоге, куда залетел Торонто? Божечки ты мой! Куда ж ты залетел, дорогой? Минус Торонто. Они же пойдут на вторую сторону просто, и все. Им ничего не мешает. Торонто не будет 60 секунд. Включай бэбэки. Торонто бэбэка нету. Потратил он его. Так, там залетел у нас удар Рамзес, убивает коллапса. Пошел процесс по Рамзе, по Ятору. Ятора форстафается, ну, в общем, живет молодой человек. Ну и, видимо, Virtus.pro готовы подниматься снова на хэграунд. Ну и пошли бить дальше. Хукшот, есть, прекрасно, форстафает у нас Рамзеса. Рамзес живой, живой, БКБ еще не нажимал. Но сейчас его нажмет, сделали минус 2, выкупается 2 героя у нас. Умирает Торонто, Торонто без байбека, денег нет, зовут Олег. И можно бить, бить дальше. Вакуум, стенка пошла, прекрасно. Дал еще тычку, две иллюзии будет биться. Неплохо, неплохо. Рефреш, пошел процесс. Запрыгивает коллапс. Ну, дал иллюзию, но БКБ не жмет Рамзес, смотри, еще. Ятора пока что гем поднял, отбежал. А Рамзес продолжает лупить, лупить эту сторону. Не хватает ему, конечно, аганимчика для эффективного пуша. Но вот он, Омнислэш работает. Омнислэш Рамзеса не убивает. Омнислэш охренеть можно. Он его не убил. Он его не добил. Там коллапс красный. Но Рамзес живой улетает до базы. На ТПшке команда пока остается, прожимается. Шейпшифт хотят убить Ятора, не получается. Минус Ямич. Здесь Мипошка залетел хорошим страйкбрейкером. Пока там наваливают сбоку. Неплохо. Верхний, нижний, Мипошка минус. И в итоге без Рамзеса они тоже могут драться. ДМ тоже хорошо пушит. Под шейпшифтом особенно пушит хорошо. Но там байбеки, и надо лучше отойти. Да, и Рамзес пока бежит. Посмотрим, плазма опять поднимается, получает хукшотик. В итоге вакуум, БКБ нажимается. Пошел процесс, Атарин тоже нажимается. Начинается лайфстил здесь, хотя лайфстилится он слабенько. Но и главная задача, единственная их задача сейчас поломать этот барак. Гранитный голем бьет у нас, бьет, бьет ДМ. Рамзес что-то там бегает, не знаю, что он делает, но бегает по кругу. Рамзес нажимается глиф, все, глифа теперь на трон, если что, не будет. Итак, минус последний барак, все. Горн пошел, мега крипы. Приходит Virtus.pro, расклады не самые лучшие для спиритов. Но Ятора что-то как-то и пока не получается. Ятора как будто сейчас только не умер здесь. Зевс двойным ультой там ультанул уже. Два нимбуса дал, но Ятора выжил. С горем пополам, но выживает. Рамзес уже ломает тир 4. Крипы тоже грызаются, там уже и дракон грызается у нас тир 4 вышку во вторую. Так.
Тир-4 почти упала. У нас пока Зувс без кнопочек серьезных. БКБ нажимается, забирает Торонто. Торонто умирает, он с байбеком. А, это Калавас, извиняюсь. А вот этот молодой человек без байбека, он даже стенку не смог дать. Обалдеть, где я Тора? Ну вот он у меня слэш пошел. Не, не хватает урона. Джи-джи! Сенсация! По-другому я этого не назову. Это не назову. Сенсация, друзья. Virtus Pro, вопреки всем прогнозам, вопреки вообще всем раскладам у нас сегодня, побеждают в этом матче, друзья. Первый дивизион, посмотрите. Бэтбумы, Нави, ВП, Спириты. Четыре команды, 4-1, четыре команды теряют первое место.